кино, театр и интернет. Кинотеатр на Радио 13. Yes, друзья! Зазвучала наша легендарная, неповторимая музыка, которая означает, что рубрика «Радиотеатр» объявляется на сегодня открытой. И что же мы будем сегодня делать? Мы будем делать? Мы будем сегодня озвучивать то, что уже существует в литературе давно, а не ноу-хау. Так что, друзья, начинаем. Приготовьте свои ушки. Меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон! Откуда? От верблюда! Что вам надо? Шоколада! Для кого? Для сына моего. Слушай, много ли прислать? Да, пудов этак 5 или 6. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил. Со слезами просил. Мой милый, хороший, пришли мне калоши. И мне, и жене, и Татоше. А слушай, постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал 2 пары отличных калош-малош? Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. И ждем не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых и сладких калош. А потом вообще позвонил зайчатки. Нельзя ли прислать перчатки? О, слушай, Ара, потом позвонили мартышки. Пришлите, пожалуйста, книжки. О, потом позвонил медведь. Да как начал реветь. Эй, погодите, медведь, не ревите. Объясните, чего вы хотите. А он только муть. А к чему, почему, не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. А потом позвонили цапли. Пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушкам нынче объелись, и у нас животы разболелись. А слушай, такая дребедень, целый день, день-день-день-день-день-день. Боже, что написано? То тюлень позвонит, то олень, зоопарк какой-то. А недавно 2 газели позвонили и запели. Это брат мой был. Итак. Неужели в самом деле все сгорели, карусели? Ах, умели вы, газели. Не сгорели карусели, и качели уцелели. Вы б, газели, не галдели, а на будущей неделе прискакали бы и сели на качели карусели. Но не слушали газели и по-прежнему галдели. Неужели в самом деле все качели погорели? Что за глупый газель, а? Не пойму. Слушай, Ара, а вчера поутру кенгуру. Кенгуру? Не это ли квартира Майдадыра? Я рассердился, слушай. А как заору? Нет, нет, хватит, чужой квартира. А где мой Дадыр? Ну, не могу вам сказать, информация конфиденциальная. Позвоните по номеру 125. Я 3 ночи не спал, слушай, я устал, в конце концов. Мне бы заснуть, отдохнуть, не знаю там. Но только я лег, звонок. А что ты делаешь? Кто говорит? Носорог. Что такое? Беда, беда, бегите скорее сюда. А да в чем дело? Ну, спасите! Да кого? Бегемота! Наш бегемот провалился в болото! Провалился в болото? Слушай, в болото, а как? Да, и ни туда, ни сюда. О, если вы не приедете, он утонет. Утонет в болоте, умрет, пропадет бегемот. Ладно, бегу, я бегу, я бегу. Если могу, помогу. Что делать? Брата вытаскивать надо. Ох, нелегкая эта работа. Из болота тащите бегемота. Мне кажется, такая психоделическая получается. Да, да, уж это точно. Да. Да, друзья, рубрика «Радиотеатр» состоялась. Все-таки вытащили мы из болота бегемота. А мне очень понравились эти братья, которые спонтанно сегодня нарисовались. Спонтанно нарисовались. И очень были злые. Мне понравились газели. Газели. Газели такие. Галдели и галдели. Гарные девшины. Конечно же, классический традиционный вопрос. Как тебе эта рубрика? Класс. Понравилось. Классно. Мне понравилось. Все очень классно. Спасибо. Это заразительно.
Огромное тебе спасибо за то, что ты так вот сразу разные образы давала за тех, за кого читала. Вот, это прям очень было здорово. Шикарно, конечно же, друзья. Фу, ну, давайте немножечко отдышимся. 13.